Доброго времени суток, уважаемые зрители, на связи Артур, и в данном видео речь у нас пойдет об экономической онлайн-игре под названием «Веселые рыбаки». Не побоюсь этого слова, это легендарный проект, который дал возможность и дальше, в принципе, предоставляет возможность зарабатывать очень хорошие деньги за счет инвестиций и, в принципе, вложений, и также здесь доступен заработок без вложений. В этом проекте я со старта, на данный момент проекту сколько у нас дней, внизу 208 дней видно. То есть проект работает больше чем полгода, выдает сумасшедшую прибыль. И собственно в этом видео хочу рассказать о своих результатах, поделиться нововведениями, расскажу вам, объясню, что здесь добавили, какие есть улучшения, что будет в дальнейшем. Все по порядочку хочу разобрать. И в первую очередь сейчас спешу собрать свой улов, потому что он может испортиться буквально через минуту. Очень вовремя запустил видео. Нажимаем «Собрать». Видим, у меня на балансе 10 339 рублей. И нажимаем здесь 100% на вывод. Получаем 15 тысяч. То есть, друзья, у меня в сутки сейчас доход больше 5000. А когда я записывал последнее видео на своем канале, там доход был около 2000 рублей в сутки. Сейчас он вырос ровно в 2 раза. И, грубо говоря, в день получаю там около 80 долларов. И это только на рыбаках. То есть на моих собственных инвестиций я не считаю там реферальный доход, все остальные какие-то плюшки. Чисто мои рыбаки, которые я сделал эту инвестицию, и они мне ежедневно, ежеминутно приносят доход. Это у нас стабильный доход, главное вовремя соблюдать условия. То есть, как видим, я только что поспешил, собрал вовремя улов. Если бы я там на минуту позже, то у меня было бы минус 10% от моего заработка. То есть, было бы там не 5 чем-то тысяч, а уже было бы 4,5. Согласитесь, это существенно там урезает доход, но это и игра, это не есть там обычный хайп, где сделал вклад, зашел, вывел прибыль и забыл. То есть это действительно экономический симулятор, где устроен какой-то игровой процесс, нужно заходить, что-то делать, куда-то кликать. В принципе, доступны здесь и пассивный заработок, это тот же самый банк, где мы делаем вклад под определенный процент. А потом, когда нужно, зашли в эту вкладочку, получили этот процент на баланс для вывода и вывели. То есть проект многофункциональный, есть большое множество видов заработка. То есть на вкус и цвет, как говорится, здесь вот каждому что-то найдется по душе. Проект уже набрал достаточно большие обороты. И что самое главное, пожалуй, это то, что он постоянно улучшается. Постоянно слышишь о каких-то нововведениях, только успевай следить, что вот да, там что-то изменили, что-то добавили. Там определенное время меня не было, захожу там, да, вот то-то-то добавило, и вот, собственно, сейчас хочу об этом как раз-таки поговорить. Что касательно статистики, уже 26 тысяч участников, пополнено 20 миллионов рублей. Блин, это очень большая сумма в экономических играх, там не во всех доходит резерв до миллиона рублей, там бывает несколько миллионов, здесь это достаточно, конечно, уже большие суммы. И, собственно, это есть хорошо. Я тому пример, кстати, что в свое время там инвестировал 5 тысяч, 10 тысяч рублей, потом начал рисковать чуть больше суммы, там 1000 долларов закинул, потом еще больше, еще больше. Сейчас вот смотрю, да, как бы 486 тысяч, ну, блин, капец, какая большая сумма. Просто так взять и закинуть, конечно же, нет, еще там в интернет какой-то неизвестный проект, но со временем вклады увеличивались, доход увеличивался, и вот сейчас я уже чистая прибыль у меня, сколько там, 200, я не знаю, я подсчитывал там 3300 в долларах или что-то такое выходит, и вот каждый день, грубо говоря, на 100 долларов больше зарабатываю, и, собственно, проект не перестает радовать. Теперь, друзья, давайте разберем по новостям, что здесь изменилось, добавилось, такое основное разберем. Видимо, 6 число, 4 число, 2, то есть новости выходят, грубо говоря, там через день, через два. Итак, давайте начнем с нового персонажа, это у нас Тритон. Самый топовый, самый там дорогой персонаж, и, собственно, он у меня уже имеется. Я, кстати, победил в конкурсе рифоводов, получил неплохую сумму, обменял средства, докупил себе классных персонажа. Кстати, вот видим, сделали вот такую штуку, то есть раскрывающийся список, очень удобно. Раньше, чтобы
долистать, там, купить новых рыбаков, нужно было, ну, потратить определенное время. Сейчас это у нас открывающийся список, очень удобно. По поводу данного персонажа, вот он у меня имеется, работает он 80 дней, приносит 200% профита. Инвестировав 100 тысяч рублей, это у нас вот такое вот количество серебра, это у нас сколько получается, 10 миллионов серебра, это 100 тысяч рублей. По итогу мы заработаем 200 тысяч рублей. Каждый день мы получаем по 2500. Я считаю, это очень хорошая доходность. И, в принципе, проект плавно развивается, то есть нет такого, что там ты можешь зайти, закинуть огромную сумму. Да, сейчас уже суммы намного больше, чем были со старта, но снова-таки они придерживаются тех же самых лимитов. Можно купить там только одного тритона, только одного безумного Макса, один гарпунчик, три рыб-корабль Галя. Там же самый простой тарифный план, всего-навсего можно купить 30 рыбаков по 20 рублей, это 600 рублей инвестиций. То есть по-прежнему 200 дней проекта, они ограничивают приток вливаний, это есть, я считаю, грамотная стратегия. С тритоном разобрались, теперь давайте перейдем к графику обновлений. То есть администрация выдает нам информацию, когда, что они будут внедрять, то есть у нас имеется время подготовиться, там изучить, разузнать и так далее. Сегодня у нас 12 число, и сегодня, ребята, внимание, очень будет важный момент, я бы сказал, доходный момент. Это будут запускать пруд. И здесь пишутся обновленные правила. Можно перейти вот выше, они уже сделали заранее новость, 11 числа, расписали, что такое, какие правила, какие изменения. Данный пруд и вот вообще, в принципе, рыбная ферма, аквариум, бухта. Это, грубо говоря, фастовый маркетинг, то есть внутри вот такого вот долгосрочника экономической игры имеется фаст, то есть быстрый доход, нужно вовремя среагировать, движение идет, я бы сказал, на секунды, на минуты, и там буквально за полчаса можно заработать, там, увеличить депозит в 2, в 3, в 4 раза, в зависимости от того, насколько вы шустрый, как вы быстро можете создавать депозиты и следить вообще за ситуацией, как оно что развивается. Давайте же разберем, что у нас сегодня будет в 19 часов по Москве, какие правила, как у нас будет идти заработок. Раньше в разделе пруд у нас были какие условия, что мы инвестируем средства в зарабление номер один. Давайте по-прежнему вот нарисую вам инструкцию, что у нас администратор говорит, допустим, собираем сумму в 1000 рублей, это так званое зарабление номер один. И как мы получаем доход? Как только в втором зарыблении набирается сумма там, 1220 или сколько, я уже точно не помню, рублей, на 22% больше. Вот как только зарыбление номер 2 заполняется, люди с первого получают себе процент деньги на баланс для вывода, вот, который они смогут сразу же вывести на свой счет. Сейчас же администрация изменила правила. В принципе, я бы сказал, они интересные, и я думаю, что они существенно увеличит количество зарыблений. Почему я так думаю? Вот что у нас здесь написали. То есть, если коротко, мы, допустим, инвестируем 100 рублей в зарыбление номер один. После того, как второе зарыбление заполняется, мы получаем теперь не всю сумму на баланс для вывода, а только половину. То есть, у нас раньше было 100 вложил, 120 получил на вывод. Сейчас же ты в 100 вложил, а 60 получаешь на вывод и 60 получаешь на баланс рыбной фермы. Что такое баланс рыбной фермы? Это вот этот вот счет. То есть аквариум, пруд и бухта, здесь отдельный счет, его нужно отдельно пополнять, он никакого не имеет отношения к обычному счету. Как он пополняется? Мы здесь вводим сумму, нажимаем пополнить с помощью Pyro, либо же фрикассе. В Африкасе у нас имеется там огромное множество и различные банковские карты, и там Kiwi, и все-все-все остальное. То есть, если по факту ничего не изменилось, грубо говоря, нужно будет сделать чуть больше действий. Изначально все деньги шли на баланс, а сейчас, допустим, мы получили 60 на вывод, 60 на баланс для рыбной фермы. Потом снова инвестируем 60, дальше мы там, грубо говоря, по 35 рублей получаем на вывод, по 35 снова на баланс рыбной фермы, потом там снова таки по 15 рублей, там по 7 рублей и так до 1 рубля. То есть здесь минимальная сумма уклада составляет 1 рубль, а максимальная, кстати, 10% от требуемой суммы для заполнения. То есть если нам нужно собрать там зарабатывание номер 1 1000 рублей, то с вас максимальный вклад это будет 100 рублей.
И так с каждым уровнем сумма максимального вклада растет, потому что с каждым зарыблением на 22% нужно больше собрать вливаний. На самом деле это золотая жила, но, как вы понимаете, у всего есть свой конец, и оно не может там работать вечно, все доходит до определенного момента. Что это за момент? Друзья, вот мы начинаем инвестиции, там, что нужно собрать 1000 рублей, дальше 1200, потом так дальше увеличивается, 10 тысяч, там, 100 тысяч, полмиллиона, и, там, допустим, миллион. Миллион мы не насобирали, вот как у нас есть вот хороший пример, аквариум. Да, здесь вклады небольшие, люди дошли до лимитов 146 тысяч, дальше они либо пропал интерес, некоторые зафиксировали прибыль, просто, вот, грубо говоря, зависла очередь, и что тогда быть? Никто больше там не инвестирует, дошли до определенного момента, вот 47 зарыблений, это, грубо говоря, там 450% прибыли, они уже там 4,5 раза депозит свой увеличили, и, грубо говоря, им этого достаточно, но деньги, там часть денег зависла. Как оно бывает дальше? Тогда администрация типа выдает нам срок 10 дней. Если в течение 10 дней круг не заполняется, который завис, деньги не обнуляются. Они переводятся в раздел рыбфонд. И здесь, что это за рыбфонд, мы покупаем рыбаков, которые нам приносят деньги на баланс для вывода. И таким образом мы, грубо говоря, ничего не теряем, а просто через время, да, тут 80 дней, 100 дней, мы возвращаем свой депозит. Если нам сюда было начислено там 10 тысяч, то спустя время у нас будет 20 тысяч. То есть механизм очень грамотно продуман, и я просто рекомендую вам изучить данный момент. Это, грубо говоря, фаст проект, быстрая доходность. Не нужно, я считаю, искать там большое количество хайпов. Да, конечно, диверсификация важна, нужна, но этот механизм уже достаточно долгое время существует, и лично я здесь заработал огромную прибыль. Если посмотреть на мою статистику, то вот видим разницу там 200 с чем-то тысяч рублей. Видео, конечно, получается не маленьким, но хочу донести вам суть, рассказать, как что устроено подробно, чтобы вы разобрались и минимизировать там количество вопросов. Если вам интересно, полезно, обязательно поставьте палец вверх под данным видео. То есть я, конечно, могу сказать, что, друзья, есть раздел «Прут», здесь можно круто заработать, быстрый срок, а там как хотите разбирайтесь, но я думаю, это будет неправильно. Так что, если интересно, поставьте лайк и, собственно, подписывайтесь на канал, следите за остальными новостями, нововведениями о том, как, что и как я зарабатываю в интернете. Дальше, что у нас по списку графика обновлений? Сегодня вот как раз-таки запуск пруда, завтра у нас добавляется новый персонаж, покупка при особых условиях, узнаем, что это такое. Изменение временных рамок стухшей рыбы, добавление VIP-аккаунтов. Кстати, друзья, сейчас администрация ограничила вывод. А раньше у нас как было? Можно было выводить на Pair и Perfect Money по 2,5 тысячи рублей в сутки. А на Kiwi можно было выводить неограниченную сумму. Я там выводил и 15 тысяч, по-моему, и 30 тысяч за раз. Сейчас на все платежки администрация сделала ограничение, что можно выводить 2,5 тысячи рублей в сутки, не больше. В принципе, это немало. Тот же самый гарпунчик Тритон приносит 2,5 тысячи рублей. То есть, если покупать его, то как раз-таки в лимиты мы вписываемся. Если покупать больше рыбаков, то, конечно, мы не сможем вывести деньги. Но я уже узнавал в администрации, как будет дальше, как выходить, что если я, там, у меня заработок 5 тысяч плюс, и я там наращиваю. Говорят, будут VIP-аккаунты, их можно будет там получить и бесплатно, и купить, и они будут давать преимущества, в том числе там и больше лимита на вывод. И говорят, будет много фишек, то есть это достаточно глобальное, говорят, обновление. Посмотрим, я постараюсь записать видео на эту тему. Дальше, 17 числа запуск бухты, это также тот же самый, грубо говоря, пруд, но выше доходность. Рекомендую вам изучить. Далее, добавление новых баннеров, стикеров. Кстати, кто не знает, в администрации есть свой телеграм-чат, телеграм-канал, и там имеются стикеры. То есть прикольно, не у каждого проекта имеется свой пак стикеров. Будет добавление новых баннеров. Кстати, уже ранее вроде как и добавлялись. Это есть хорошо, да? То есть администрация работает над проектом. Добавление игры аукцион с баланса для вывода. А сейчас мы пополняем баланс, играем с баланса для покупок, я так понимаю, а то будем просто играть с баланса для вывода. Добавление серфинга в активном окне, этого, конечно, не хватает, это будет лучше конверсия, больше эффективность.
25 числа новый акционный персонаж, но они это делают периодически, там раз в месяц, раз в два месяца. Я замечал, что появляются всякие там на 7 дней персонажи, возможность купить, и приносят, так, как правило, чуть больше, чем обычные персонажи. Старт конкурса, это есть хорошо, я в предыдущем неплохо поднял. Повышение лимита, вот как видим, постоянно они по чуть-чуть повышают сумму, которую можно инвестировать. Собственно, друзья, давайте быстренько проверим выплату. Буду заканчивать данное видео, так как оно уже получилось немаленьким. А еще, в принципе, много чего можно рассказать. Думаю, запишу чуть позже еще, там, грубо говоря, вторую часть. Мы видим, что у меня на счету 15 тысяч рублей, но сейчас я могу вывести только 2,5. Что я, собственно, делаю? На Pair кошелек прописал, успешно средства выплачены. Давайте перейду, обновлю страничку. Так, появился платеж 2476 рублей, то есть Pair берет небольшую комиссию, это стандартно. Артур Ноус, это я, с веселых рыбаков, понятно. То есть проект платит, выплачивает, все, выполняет свои обязательства. Что будет с 13 тысяч рублей, я сейчас, как закончу видео, перейду в раздел «Обменять» и, собственно, переведу средства на покупки, докуплю еще новых персонажей. А пока нет VIP-аккаунтов, я буду просто наращивать еще больше свой доход. Также, друзья, если вы там хотите зарабатывать без вложений, для этого вам есть раздел Books, Surfing. То есть Books — это тот же самый, ну как обычный Books, как отдельный сайт. Выполняете задания, получаете за это вознаграждение. Также есть раздел Bounty, там много различных плюшек и за оборот структуры, и за клики, и за отзывы, за все платят. Там раздел Лидер вы можете покупать. Эту функцию получать рефералов к себе в команду, там как вам повезет, куча мини-игр, короче, куча всего. Если вы хотите зарабатывать именно на рыбаках, я вам рекомендую раздел Рыбаки Нью, здесь больше всего доходность, но рыбаки доступны там только будет через определенное время. И в целом, если вы хотите узнать больше о данном проекте, просто перейдите ко мне на канал и изучайте. А вот там, где написано «Веселые рыбаки», видео, и вы будете узнавать все больше и больше информации о данном проекте. Рекомендую вам подписаться на телеграм-канал и следить за обновлениями. Здесь я рассказываю информацию в первую очередь, как только о чем-то узнаю. Так что, надеюсь, был полезен. Подписываемся на канал. Услышимся в следующих видео. Всем пока!